Дорогие товарищи, говоря о 105-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, мы прежде всего отмечаем ее великое историческое значение для всего мира. Идеи Великого Октября были заложены в основу создания СССР, социалистической модели экономики, индустриализации страны, величайшей реформы на селе, развития науки, культуры, вывели человека в космос. Впервые обретя государственность, белорусский народ в Союзе СССР строил заводы и фабрики, школы и больницы, институты и театры, жилье, дворцы культуры и спорта, мосты и дороги. Этот трудовой подвиг трудящихся сыграл огромную роль в строительстве независимой Беларуси. Весь мир признал, что именно советская власть, социалистическая экономическая модель, политическая система, реализующая идеи Великого Октября и воспитавшая нового человека, советского человека, победили фашизм. Сегодня мы собрались у памятника Владимиру Ильичу Ленину, понимая, что пришел наш час защитить созданное нашими славными предками, обсудить миром, как мы живем сегодня, как защитить наши святыни и добрые дела. Мы собрались посоветоваться, как объединить наш народ в реализации курса развития страны нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко. Мы собрались, чтобы заявить о своем решительном протесте действиям всякой политической шелупони, которая своим словоблудством на жалкие подачки Запада, обманывая простых людей, продает память и могилы своих предков, нашу независимость и государственность. Товарищи, время требует от нас готовности защитить нашу Родину, а если и потребуется, то с оружием в руках. Трудящиеся Беларуси, объединимся в борьбе против империализма, против поджигателей мировой войны. Митинг, посвященный 105-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, объявляется открытым. Первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси товарищу Соколу Алексею Николаевичу. Дорогие соотечественники, уважаемые товарищи, от имени Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси и себя лично горячо и сердечно поздравляю вас со 105-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Великий Октябрь стал эпохальным событием в истории человечества. Он указал путь к социализму, национальному и социальному равенству, раскрыл созидательные силы рабочего класса, крестьян и трудовой интеллигенции. В 17 году 20 века наша Родина открыла новый мир, когда стал править труд, а не капитал. Пять лозунгов Ленина звучат и сегодня весьма актуально. Он предложил мир народам, хлеб голодным, землю крестьян, заводы рабочих и власть советов. С именем Октябрьской революции связаны многочисленные победы, свершения и трудовые достижения белорусского народа, которые продолжают оставаться предметом нашей гордости. Благодаря октябрю 1917 года мы обрели свою государственность, создали экономический и интеллектуальный потенциал, смогли сохранить
и обогатить национальную культуру. В 2020 году нашу страну пытались превратить в плацдарм Балто-Черноморской дуги противостояния коллективного Запада против России. Ставилась задача через смену руководства, политического и экономического курса превратить нашу республику еще в одну антироссию, разрушить союзное государство, внося раскол между Белоруссией и Россией и расширить территорию подконтрольную НАТО. Следует отметить, что их замыслы потерпели крах. Мудрый белорусский народ не пошел на поводу у тех, кто хотел использовать президентские выборы для разрушения фундамента и принципов развития молодого белорусского государства, превращения его в западную колонию по украинским лекалам. Сегодня Беларусь уверенно идет собственным путем развития. Созидание, созидательный труд, стремление к социальной справедливости, уважение к истории и традициям – главные факторы консолидации белорусского общества. Все это реализуется благодаря продуманному политическому и социально-экономическому курсу, проводимому президентом нашей страны Александром Григорьевичем Лукашенко. Товарищи, Великий Октябрь положил начало новой эпохи. Ее главными заповедями стали труд и солидарность, равенство, братство и коллективизм. Победы в построении главного детища Красного Октября, могучего советского государства, были бы немыслимы без Ленина и его партии, без мудрости и воли Сталина, без самоотверженного творческого труда многих миллионов советских людей. Страна Советов стала надеждой всех угнетенных планеты. Ее примеру последовали Георгий Димитров, Эрнст Тельман, Хашимин и Ким Ир Сен, Че Гевара и Фидель Кастро, Уго Чавес и многие другие герои борьбы за народное счастье и справедливость. Целый ряд стран стал строить новое общество, и мировая колониальная система рухнула. Но Соединенные Штаты Америки создают военные блоки в Юго-Восточной Азии. Острой остается ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Официальный Вашингтон проводит агрессивную политику по использованию Украины против России, Тайваня против Китая. Кошмарный сон вашингтонского старца становится явью. Сегодня, в день Великого Октября, хочу напомнить всем, кто вводит против нас экономические санкции, проводит гибридные атаки и грозит новой мировой войной. Из первой мировой бойни нас вывел Великий Октябрь. Из второй – великая победа под красным знаменем. Сегодня мир убеждается каждый день в том, что только социализм дает надежный рецепт от экономических кризисов, социальных потрясений, жестоких войн и культурной деградации. Я глубоко уверен, что будущее нашей планеты за социализмом. За нами правда жизни, за нами великая логика истории. Праздник Великого Октября – праздник не прошлого, а будущего, и его свет направлен в завтрашний день. Наследие Октября вдохновляет целые страны. Примером служат колоссальные успехи Китая и Вьетнама. Стойко держатся Куба, КНДР и Венесуэла.
уважаемые товарищи, дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с этим великим праздником. Желаю каждому из вас счастья, здоровья, мира и глубокого осознания истины. Только единение в борьбе за мир и социальную справедливость позволит торжествовать самым светлым идеалом человечества. С праздником! Да здравствует Великий Октябрь! Да здравствует Республика Беларусь! Ура! Ура, товарищ!